Для того, чтобы прекратить незаконную деятельность игрового клуба, был задействован сочинский ОМОН. Пластиковую дверь вскрыли, и все находящиеся в игровом зале люди были задержаны. Изъяты более 20 персональных компьютеров и крупная сумма денег. Сотрудник клуба, препятствующий проходу полицейских, привлечен к административной ответственности. Сейчас он находится под арестом. В отношении организатора клуба составлены административные протоколы по статьям «Незаконные организации проведения азартных игр» и «Незаконное предпринимательство». Проводится расследование, по окончании которого материалы будут переданы в суд. Правонарушителю грозит крупный штраф и конфискация изъятого оборудования.